Продолжая разговор, продолжая тему качества сосудистой системы, качества сердечно-сосудистой системы, ее внешних и внутренних проявлениях, мы не можем с вами, уважаемые коллеги, не остановиться на таких характерных внешних, но зачастую катастрофических признаках, как варикозная болезнь нижних и отчасти верхних конечностей. Достаточно взглянуть иногда на руки для того, чтобы понять, в каком состоянии находится в первую очередь венозная система. А именно характеристика венозной системы говорит нам о том, позволяет нам судить о том, в каком состоянии у нас находится сердце в целом и в частности правое предсердие. Именно одна из важнейших камер нашего сердца, которая позволяет нам успешно утилизировать атомарный кислород, которая позволяет нашему сердцу в целом принимать самое активное участие в утилизации кислорода как основного продукта, который участвует в нашем дыхании, в нашем метаболизме, во всех тех функционально-физиологических проявлениях, без которых мы жить не можем. Итак, варикозная болезнь. Чаще всего нижних конечностей. Даже звездочки, даже мельчайшие сосудистые изменения на лодыжках, на задних, на передних поверхностях голени, а чаще всего именно в этой части нижних конечностей страдает венозная система. Реже на бедрах, реже на ягодицах мы можем с вами видеть в той или иной степени качество изменений сосудистого тонуса. Почему это происходит? Длительное время, начиная со времен Гиппократа, медики считали, что основная проблема, конечно, это наше прямохождение. Это характер нашей физической и лишь отчасти психоэмоциональной деятельности. И лишь с момента открытия Гарвеем официальным английским патологоанатомом системы кровообращения и достоверно показывающая на то, что качество венозной системы напрямую связано с качеством работы артериальной системы и самоустройство венозной системы, а именно ее специфика полулунных клапанов, позволило утверждать о том, что страдания нижних конечностей в части венозных систем, в частности варикозных болезней, напрямую связано с системой наших кишечников. Отчасти это состояние, если мы с вами видим изменения на правой ноге, это состояние восходящего отдела толстого кишечника и нисходящего отдела тонкого кишечника в части соединения их. А если мы видим изменения в области левой конечности, левой ноги, то чаще всего это изменения, которые происходят в области нисходящего отдела толстого кишечника, а именно в сигмовидной его части, в ампульной части и в части геморроидальных узлов. И поэтому для того, чтобы мы могли успешно с вами справляться с предтечами будущей варикозной болезни до настоящего времени, это в достаточной степени рутинные хирургические операции, которые, да, эстетически решают эту проблему, но на уровне причинно-следственной связи никакого смысла эти операции, кроме эстетического, не имеют, потому что не решается основная проблема. А основная проблема – это причина, которая вызывает изменения в тонком и толстом кишечнике, которая последовательно изменяет венозный тонус, которые приводят к изменению, а зачастую к изъязвлению, кальцинированию полулунных клапанов, и в результате этого происходит развитие самой болезни, которая своими корнями уходит в знаменитое латинское слово «вздутие» – «варицис». И варикозная болезнь – это как раз-таки несостоятельность полулунных клапанов, которая отражается в системе функционального застоя ниже стоящих отделов предклапаном. Поэтому застойное явление предклапаном приводит к тому, что меняется само состояние сосудов, а в данном случае мы говорим о венозной системе, меняется эндотелиальность, меняется пластичность движения крови, меняется тонусное состояние и, соответственно, в связи с этим меняется каркасность, которую изменения каркасности, которые, к сожалению, мы часто очень можем видеть в виде трофических изменений, трофических изъязвлений, нарушений кожи и так далее, и так далее, и так далее. И даже, я хочу сказать, пресловутая
рожа нижних конечностей отчасти имеет ту же самую природу, которую имеет варикоз. Только это внешнее происходит инфицирование ослабленных поверхностей участков кожи, лишенных своей жировой иммунной защиты. Итак, причиной варикоза – это проблемы с кишечниками, а проблемы с кишечниками – это проблемы с печенью и с желчными протоками. Это проблема с общепеченочным протоком и состоянием желчного пузыря. И даже в том случае, если в результате калькулезного холецистита желчный пузырь, к сожалению, уже удален, все равно процессы изменения сосудистого тонуса будут продолжаться. А возвращаясь к природе таких состояний, как синдром возбужденного кишечника, придуманная, на наш взгляд, статья Надежды Картавенко, такое состояние, как синдром дырявого кишечника. Вы только представьте себе само название — синдром дырявого кишечника. Что от нас остается? Вы можете себе представить состояние ваших кишок в виде решета? Но я не знаю, какую надо иметь врачебную или какую-то другую фантазию в голове для того, чтобы обозначить такое состояние таким термином. И тем не менее, такие известные вещи, как синдром Жильбера, как синдром Крона, это тоже имеет прямое отношение к состоянию кинеза, то есть к состоянию движения желчи. Все дискинетические проблемы, которые может человек страдать с молодых ногтей, уже заранее являются причиной и являются следственной в виде варикоза изменениями со стороны венозной системы нижних конечностей. До Колумбовой эпохи, до появления кукурузы на территории Европы была известна одна форма варикозной болезни, которая называлась гроздовидная или виноградная кость, кисточка. После того, как Колумб привез кукурузу, медикам европейским стал известен еще один вид, который они обозначили, даже не вид, а название, которое они стали называть кочерыжной или кукурузной формой. С чем это связано? Это как раз таки связано с тем, что если гроздовидные изменения, они максимально внешне выражены в виде виноградной кисти, то вот то, что мы очень часто связываем с кукурузным проявлением, это тот самый пресловутый тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей, который очень часто является катастрофическим не только по сути, но и по тому, как могут вызываться изменения со стороны кишечников, только уже в обратной системе, со стороны варикозной болезни, а именно инфаркт толстого кишечника и инфаркт тонкого кишечника. Я вам сейчас покажу 5 воздействий, которые очень хорошо, на наш взгляд, статья Надежды Картавенко, купируют состояние болезненных ощущений уже в случае наличия варикоза, которая является, на наш взгляд, статья Надежды, прекрасным профилактическим способом, потому что через эти воздействия мы с вами стабилизируем состояние давления в области брюшной полости, а в силу специфики поведения сосудов нижних конечностей, это связано напрямую с тем, как ведут себя внутренние органы малого таза, а именно прямая кишка, а именно состояние матки у женщин или состояние предстательной железы у мужчин, которые в первую очередь страдают и тогда, когда мы с вами имеем с варикозной болезнью. Итак, первое упражнение, наше авторское знаменитое упражнение «Доктор Желчь». Вот эта точечка на левой руке, вот эта точечка на правой руке в своем дебютном применении имеет большое значение как антиспастическое воздействие, потому что все болевые состояния и даже не болевые, но внешне выраженные состояния варикозной болезни, по сути дела своей, как на общем, так и на частном локальном уровне, имеют спастико-атоническое состояние. Для того, чтобы поднять тонус или для того, чтобы снизить тонус напряженных зон вен, воздействуйте по очереди, если вы левша, на левую точку, доктор Желчь, а если вы правша, на правую точку, доктор Желчь,
по 40 секунд. После этого меняетесь местами. Правши уходят на левую, левши уходят на правую точку. После этого что мы с вами делаем? Мы после этого с вами воздействуем на знаменитые точки канала тройного обогревателя. Точка Вэй Гуань справа и точка Вэй Гуань слева по тому же признаку. И по тому же принципу, если вы левша, вы начинаете воздействовать на это место вот таким вот образом. Вот так вы откладываете своих три пальца, и по третьим пальцам ровно посередине между костями, косточками предплечья находится точка Вэйгуань слева и находится точка Вэйгуань справа. По очереди работаем правши 40 секунд здесь по часовой стрелке, левши здесь по 40 секунд по часовой стрелке, потом мы с вами уходим на смену рук. Третье воздействие у нас является точка возбуждения бифуркации брюшной аорты. Это знаменитое наше упражнение доктор Банетти. Вы его тоже наверняка многие знаете. Тем не менее, повторение мать учения. Вот таким вот образом ставите свои ладони на уровне грудины. Глубоко вдыхаете, резко выдыхаете и, не дыша в течение 5 секунд, купаете себя в овациях. Вдохнули, резко выдохнули. Пять секунд похлопали себе, полюбили себя, но после этого обязательно восстанавливаете свое дыхание. Четвертое воздействие. Знаменитые точки Хэгу. Точки канала толстого кишечника. Воздействуем левши по этому же правилу на левую точку. Вот здесь она находится. Вот она. Бугорочек. Видите, максимальный. При приведении большого пальца к указательному пальцу появляется мышечный бугорок. Вот сюда поставили свой пальчик. Вот таким вот образом в течение 40 секунд воздействуем здесь. Потом, если вы правша, действуете у себя здесь, а потом меняетесь местами. Правши уходят на левую точку Хэгу, левши уходят на правую точку Хэгу. И завершаем мы эти наши с вами воздействия, опять же, знаменитой нашей авторской точки доктор Желчь. В этом смысле, почему мы к ней опять прибегаем? Потому что уже в состоянии финишного воздействия мы проводим до окисления локальное в области нижних конечностей, там, где у нас варикоз выражен с болевым, я повторяюсь, или без болевой компоненты. А в целом мы воздействуем на те процессы, которые у нас зачастую не реализуются с точки зрения окислительно-восстановительных реакции, потому что и как атоническое состояние, и как гипертоническое состояние, это сопровождается застойными или недокисленными продуктами. Там или там, на одном или на другом полюсе. И также опять мы воздействуем левши на эту точку, правши на эту точку по 40 секунд, а потом меняемся местами. Не пропустите наш двухдневный сосудистый интенсив, который пройдет уже совсем скоро. На нем мы рассмотрим регламент применения биологически активных точек и упражнений бескислородной гимнастики. И вплотную займемся восстановлением сосудистой системы в целом, состоянием органов малого таза и вен нижних конечностей в частности. Регистрируйтесь и приходите. Ссылка регистрации в описании под этим видео.